Евгений Алдонин трепетно относится к дочери от брака с Юлией Началовой. Футболист поддержал девочку, когда та потеряла маму. Он старается как можно больше уделять время старшей наследнице. Недавно футболист вместе с супругой и детьми отправился на отдых в Турцию. Звездная семья остановилась в туристической деревне Тикирова, где много времени проводит на пляже и аттракционах. Жена Алдонина, Ольга, поделилась серией снимков из заграничного отпуска. Поклонники в очередной раз были поражены тому, как похожа 16-летняя Вера на Юлию Началову. Девушка унаследовала ее теплую улыбку, ослепительной красоты глаза. Старшая дочь Алдонина похожа на маму не только внешностью, но и талантом. Вера пошла по ее стопам и стремительно покоряет сцену. Она записывает песни, выступает на концертах, снимается в телешоу и даже играет в спектаклях. Несмотря на поразительное сходство, девушка просит не называть ее второй Юлией Началовой. Юная певица хочет обрести свой путь в творчестве. Напомним, что Юлия ушла из жизни в возрасте 38 лет. Исполнительница страдала подагрой и системной красной волчанкой, кроме того, ей ставили диагноз диабет. В 2019 году артистка попала в больницу с серьезными осложнениями. Звезда верила, что быстро пойдет на поправку и говорила близким о скорой выписке. Однако с каждым днем состояние Началовой только ухудшалось. Врачам не удалось спасти пациентку, она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. «Мама, безусловно, была для меня самым близким человеком. Я уверенно могу сказать, что мама была именно подругой. Ведь дружеские отношения прежде всего доверительные, и ей я могла рассказать все что угодно, даже какую-нибудь глупость. Так что говорю, как было для меня это был самый комфортный тип семейных отношений», — вспоминала о матери Вера.